Всем привет, дорогие друзья, с вами Сталанка, и сегодня мы будем продолжать выживать в Хардмоде в Майнкрафте. И я сейчас стою с малым количеством этой воды. И да, там ифрит. Я уже за кадром немножко посражался. Ах ты, скотина. Чтобы только в меня не попал. Вот, короче, я там еще нашел Гаста, но где, я не знаю. Уже где он? Куда-то пропал, короче. Ого! На, скотина, все. Теперь бежим. Вот он, Гаст именно. Е-бой! Теперь надо подобрать слезу. Сейчас. Ай, точняк, я же забыл. Я сейчас сдохну. У меня, конечно, есть охладитель, но я не знаю, вряд ли он поможет. Постараемся, надеюсь, поможет. Все. Ты-то меня не стреляй. Если я так делаю, то экран нормальный. Ну давай, ну охлаждайся, алло. Ну а скотина. Вот нет у меня ничего, чтобы можно его подстрелить. Сколько я еще буду это? Ладно, я буду внизу там. Ауч. Все, я здесь буду сидеть. Все. Не тройте меня. Все. Я здесь буду. Все, я свой уже выпил. Так, что можно еще выпить? Уже ничего. Это уже сдохло. Еще здесь вот осталось. Но я это приберегу. Хотя можно. А я там котел не забрал. Ладно, я тогда сейчас защиту надену. Мешало бы меч зачаровать. Так, все. Теперь надо охладиться до самой-самой. Короче, надо охладиться. Так, дорогие друзья, я уже охладился. Вроде бы нормальная температура. Можно выходить. Так, давайте мы будем вылезать. И надо нам вернуться на вышку. Так, давай сюда вот. Ой, не, не сюда, не хочу сюда. Это ужасное место. Вот я и о чем говорю. Это ужасное, ужасное место. Дотекать отсюда. Все, я... Я тик отсюда. Так. На отсюда. Все, сдох. Отлично, он сдох. Теперь надо найти место спавна и сушителя. Оно где-то там. На синей метке. Теперь поднимемся на синюю. Так, синяя. Все, я здесь. Где здесь будут эти сушители? О, вот они. О, ахаха. Упал. И здесь можно? Не, нельзя. Вот, блин. Так, давай я сейчас вот так вот. Оп. Ай-яй-яй-яй. Только не сушай меня. Вон отсюда иди. Ты еще живой? Скотина. На, отстань от меня. В аду здесь пока что куча монстров. Опа-на! Приветик. Они на песку душ, интересно. Так же сами бегают? Нет. Ха! И меч, кстати, выпал. Ку-ку!
Блин, голов нет. Печалька. Так, надо теперь вернуться обратно туда. Мне нечем. Ладно, вернусь это при телепортом. Все, я здесь. А. Теперь надо туда пойти. Там может быть хороший спам. Вот здесь вот примерно. Во! Та самая точка, которую я тогда сдох. Я, кстати, дома там поменял координаты. Координаты, короче, там, где портал. Вот. А то там были неверные координаты. Вот. Так, давай сейчас ведро, налью сюда. Интересно будет? Да, отлично. Еще и это. Бесконечность. Это замечательно просто. Такс. Все. Замечательно. Так. О, у меня уже опять температура поднимается, поэтому надо опять охладиться. Вон отсюда. Ты меня тут склеишь. Пошел отсюда. Опа, доджмастер. Вот он меня постоянно будет задолбывать. Надо как-то сюда применить. Я не могу, у меня тут температура вообще зашкаливает. Так. Ладно, я отведу вот сюда, вот, отведу. Все. Пусть я сюда теперь. А ну иди сюда. Я ж там, я уже смогу. Ауч. Не бей меня. Все отлично. Все. Так, ладно, давайте я уже... Вернусь, когда запись, когда добуду 3 головы, а то я не буду ждать. Не буду целых, я не знаю, 30, 40, 50, 60 минут записывать, как я тут добываю бесполезную голову. Так, ладно, давайте. Так, дорогие друзья, вот я уже добыл 3 головы, наконец-то. Это мне заняло около полчаса, так, надеюсь, ты меня сейчас не... Скотина. Так, на... На! Блин. На! Ах ты ж. На! 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 Еще ты! Ну ладно, я все равно добыл. Ты головы, надеюсь. Оу! Ой-ой-ой! Я здесь давно не был, поэтому... Вот, у меня сейчас уже координаты изменились. Так, 3 головы есть. Так, я сниму себя эту. Так, у меня пока остроты нормальной нету. Остроты 3 нет. Я посмотрю, может, зачарую что-то. Так, а невесомость здесь есть на ботинках? Не, невесомости здесь нет. Эффективность и прочность. Прочность у меня и так есть. Защита. И остроты у меня нету. 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 Так, ладно. Давайте я здесь добуду. 4 штуки. Да. 4. Все. И 8 этих. Я, кстати, почти еще ни разу не распользовался вот эту. Ах, да, точно. Вода.
мне нету еще и еды. Да, вон она вот. Не хочет. Ай, ну и фиг с ней. У меня и так уже есть исцеление. Интересно. Кстати, надо бы немножко пофармить. Так-с. Где бы пофармить? О, зомби. Как давно я уже не видел зомби. В своем обычном мире. Кстати, даже еще не рестартал мир. Поэтому мне до сих пор телепорт недоступен. У меня есть вообще книги. Знаю, где-то здесь был. Книга и три. Все. Теперь посмотрим, на что книга зачаруется. Гибель насекомых, дерьмище. Я не знаю, где мне взять третью остроту. Потому что это... Ого-го! Эффективность здесь есть? Всего лишь три. Окей, давай я черну кирку на эффективность. Ого! Тогда не буду червать кирку на эффективность. Так, давай это сюда положу. Сюда положу, а не туда положу. Прочность, защита, иди еще. А, да, она ж не это. Чаруется между собой. Это плохо. Незерит один мне не надо. Так, где же иссушители заспавнить, так, чтобы он ничего не разрушил? Он желательно ничего не разрушил. Это где-то в обсидиановой клетке. То есть там, где ад. Вроде бы. Ладно, давайте это. Когда это. Короче, встретимся, когда я буду в аду. Ой, не в аду, а в этом. Эндермире. Сколько раз ты мне еще лично подать? Так, дорогие друзья, вот я уже в Эндерхраме. У меня опять Майнкрафт вылетел. И все. А, не успел. Мне меч хороший. Так, сейчас не надо. Вон на той, аж на той, где он. Вообще без понятия, где он. Вот на той вот корабль, там дофигища обсидиана. Потом мне нечем подниматься опять. Ладно, опять им придется. Опа-на. Отлично, спасибо. Не помог, друган. Нет! Блин, чуть тебе подольше не смог дать. О, спасибо. Давай еще. Давай еще. Спасибо. Я с помощью этих шалкеров смогу хорошо так. Бам-бам. Хорошо так слететь, не используя блоков. Так, все, хватит. Успокойся. Кося мне. Где моя вода? Вот моя вода. Вода есть. Нет! Ах ты ж, скотина. Ладно. Ауч. Блин. Так-с. Давай я сейчас ледоход поклон. Так. Не хватило немножко блоков. А ну-ка, не зелит. Все. У меня сейчас кирка. А, не, у меня сейчас кирка не на эффективность. Ну, жалко. Ну, ладно. Воу! Нифига себе! Иди в жопу. А хотя, чё я парюсь? Отлично. Теперь никаких эндерменов. Я сказал никаких интер. Вот ты нагло. Жопа. На. А что ж ты такой? О, ура, все. Наконец-то. Там под.
под этим явно ничего нету, я уже видел. Такс. Один есть. Два есть. Так, дорогие друзья, вот я здесь. Я уже добыл этот обсидиан. На самом деле, я упал. Я немножко передобывал и доупал. Еще я телепортировался опять к порталу. О, там, короче, карта не работала. Перезапустила, меня не работала. Короче, мне пришлось очень несладко. Последние 2 минуты. Итак, в принципе, я добыл этот обсидиан. Теперь можно идти строить клетку для будущего иссушителя. Карта у меня сейчас не работает. Я даже не хочу проверять. Уже знаю, что она здесь не работает. Это карта вообще ужасная. Не знаю, почему она не работает. Может, мне вообще надо было на другую версию. Так. Клетка, думаю, будет здесь. Чтобы он вообще тотально не смог ни выбраться, ни в кого стрельнуть. Клетка будет 6 на 6. Вот так вот. 6 на 6, 36, поэтому... А, кстати. Точняк, я могу по краям ничего не ставить, и будет намного лучше. И последний край. Десять, четыре на четыре. Это 16. Мне даже и так не хватит. Вот он, допустим, вниз прокопается. Я не знаю, как бы так поставить. Вот еще даже... Не, мне нечем. Они есть. Допустим, у меня последние 10 блоков, а то меньше. Я буду тестировать на земле, как это все будет. Вот, допустим, вот так вот можно поставить. Вот так вот, где останется 2 лишних блока. Так, я можно так же само, вот допустим, здесь, вот здесь вот будет, вот здесь вот, всякая такая вот клетка, типа. У меня не найдется, чтобы закрыть вот это вот все. Не найдется вообще блоков. Тем более я уже не знаю, где она. Ну попробуй. Вот у меня сейчас нету лавы, чтобы залить. А, хотя я вспомнил. Можно же лаву залить там, где портал. Я не помню, где портал, но координаты у меня сохранились. Это самое главное. Вот. Это верные координаты. 3, 5, 7, 4, вот я здесь вот, и можно теперь тушить. Здесь я, в принципе, тоже добуду обсидиан, его здесь очень дофига, так надо будет проверить, какой он глубины, либо один, либо два. Ладно, я приступил. Закончу, точнее, включу на запись, когда добуду все, что смогу. Вот, блин, я только поставил охладитель, у меня уже все уже горит, и еще и не прекращает гореть, причем температура только набирается. Она только набирается, когда я это... И здесь, там вот возле лавы стоял, недалеко, но температура набралась. Я, короче, поставлю, включаю этот охладитель. У меня температура только набирается. Да даже не опускается. Не работает.
что охладитель какое-то говно. Давай прыгай ты. Частички прикольные, но в эффективности охладитель дерьмище полный. Фух, да придется еще сколько ждать. Так, дорогие друзья, я уже не знаю, сколько стоял. Я, короче, пошел. Как там, я не знаю, прогулялся, что ли. Пошел, короче, от комнаты до комнаты. Не знаю, 5 минут аж прошло. Ладно, я продолжаю добывать. Все. Так, дорогие друзья, вот я уже не знаю, я уже 40 добыл. Думаю, этого хватит. И даже сдох. Так. Давайте уже пока что достроим. Вот эту вот конструкцию. Не знаю, может мне даже хватить, хотя не буду тратить блоки на всякую лишнюю забаву. Так, все. Так, не песок. Что вот это? Так, чуть-чуть. Земля. Ведро мне пока что, ну, вряд ли понадобится. Теперь вот этот. Так, сушитель же будет огромный, значит. Надо клетку делать еще 2 блока. Опа, на меня что смотрит. Вот. И, кстати, прям здесь вот есть лава, я не заметил. Я буду где-то там вглубь копать. Ну, точнее, спам. Вот примерно вот здесь вот. Я поставлю, короче, блоки. Поэтому мне приходится на уровень немножко меньше. Вот так вот. Так. Вот такой вот, как я там вот говорил. Это вот такая вот мини-клетка. Вот. Идеально. Желательно бы здесь вот заделать. Ну, в принципе, я этим сейчас и займусь. Я сейчас выберусь. Так. Слышь. Что ты тут на меня посмотрел? Идя на место. С причиной. Так, все. Я сейчас лучше потушу прям всю лаву, чтобы... Там уже не было никаких всяких проблем, типа с температурой. Это ужас просто. Все, ура! Да ну нафиг. Ладно. Я вернусь, когда добуду уже весь здесь обсидиан. Так, дорогие друзья, вот я уже все добыл. Вот еще здесь вот остался. Так, здесь паук, короче, на меня смотрит, он меня что-то бесит. Вот выбешивает. Вот он меня даже толкал. Теперь пытался включить запись. Толкает без упора. Ну прям просто ужас. Ладно. Хватит жрать. Такс. Надо бы еще одну длину. Ого! Фига себе, я даже не смотрел в инвентарь, сколько добыл. Здесь еще и тростник есть. Все, что рядом, я не замечаю. Такс. Может немножко поширше сделать. Я даже не знаю, где и как будет спавниться и сушитель, поэтому... Ладно, на всякий случай я сделаю немножко поширше. Это будет долго, поэтому я это сделаю за кадром в следующей серии. Я покажу вам целую клетку, когда уже буду только начинать серию. Так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Мистер Лак, пока, всем удачи и всем пока!